Смотрите, какое замечательное местечко, друзья. Называется оно Playa de Amadores. Вот Playa de Amadores, пляж Amadores. Находится оно на юго-западе острова Гран-Канария. Вот такая вот жемчужина между довольно высоких гор с обоих сторон. Вот смотрите, как высоко расположился вот такой вот красивый пляж. А там вдали, вот за этими пальмами, не знаю, будет ли видно на видео, виден остров Тенерифе и самая высокая гора Испании – Тейде. Она вот строго по центру, за этими пальмами, в облаках. Это самая высокая вершина всей Испании.